детства мы знаем две вещи, что конструкторы Лего — это интересно, и что Звездные войны — это эпично. И причем сколько лет бы ни прошло, Лего и Star Wars становятся только лучше, не говоря уже о том, что у компании Лего давно существует серия конструкторов Лего Star Wars. По мотивам этих конструкторов сделана уже не одна видеоигра. Но то были игры по фильмам, а вот по набирающему популярность анимационному сериалу Clone Wars видеоигры еще не было. Хотя конструкторы уже давно в продаже. Дабы поддержать франчайз на рынке, да и просто порадовать всех любителей веселых и ярких аркад, была выпущена LEGO Star Wars 3 The Clone Wars. Целевая аудитория таких игр определена ясно и четко. Наше подрастающее поколение от 7 лет и старше. А это значит, игра должна быть яркой, простой и интересной. Желательно с сердечником из хорошего, доброго юмора. Все это в LEGO Star Wars 3 есть. И даже более того, геймплей настолько яркий и увлекателен, что затягивает людей гораздо более старшего возраста. Особенно привлекает возможность игры на одной клавиатуре в 4 руки. В таком режиме экран монитора разделяется полосой, и у каждого игрока есть свой кусок экрана. Причем во время прохождения зачастую от игроков требуется слаженное действие, что развивает командный дух и добавляет веселье. По сравнению с предыдущими играми серии, LEGO Star Wars 3 The Clone Wars выделяется и нововведениями. Кроме повышения уровня графики и анимации, The Clone Wars славится масштабностью. На экране вы можете увидеть сотни и даже тысячи персонажей. Тут джедаи рубят легионы дроидов, а в этот момент два отряда клонов прессуют штаб сепаратистов. Появились миссии и со стратегической начинкой. В них вам предстоит захватывать базы, строить на них военные заводы и турели, после чего выбивать противника с его территории. Такого в сериях LEGO Star Wars еще не было. Особенно увлекает кооперативный режим прохождения, когда один игрок противостоит другому игроку и стремится живее строить свои базы и надавать люлей оппоненту. Вообще в такие игры лучше всего играть с приятелем, а родителям не гнушаться и составить компанию своему ребенку. Уверяю, удовольствие получит каждый участник процесса. Сюжет основан на всем известном анимационном сериале The Clone Wars. И с юмором переработан. Ролики способны развеселить кого угодно и преподносят нам образы главных героев оригинального сериала в неожиданном свете. Кстати, озвучивали персонажи игры те же актеры, что и занимались этим в сериале. Добавим к этому антураж конструктора Лего, когда вам предоставляется возможность в мгновение ока собрать из пластиковых кубиков звездолеты, дроидов и самые разные прибамбасы, и популярность игре обеспечена. А после прохождения кампании вы можете пройти полюбившиеся миссии открытыми персонажами, пройти новые бонусные миссии, в общем, есть еще куча часов свободного геймплея, так что игрушка не на вечер. К минусам игры в рамках серии я бы отнес не вполне удобный выбор уровней в сюжетной линии. На голографической планете все уж как-то больно путано. К финалу даже не понимаешь, точно ли ты прошел все доступные миссии. Ну и со стратегической фишкой разработчики переборщили. Все же такие миссии требуют более детального подхода и в итоге тормозят динамику прохождения. Такая аркада должна быть легкой, веселой и даже где-то скоротечной. Что же мы имеем в итоге? LEGO Star Wars 3 The Clone Wars – идеальная игра для вашего ребенка. Впрочем, стоп, не бросайте его одного за монитором, подсядьте рядом и скажите: «А давай-ка на пару, не пожалеете». А если вы себя считаете слишком взрослым для такого рода аркад, ну что ж, вы многое потеряете. Приятной игры!